На Гомельщине протягивается традиция проведения международных доброчинных елок Гомельского отделения Белорусского фонда миру. Первыми сегодня гостей встречали у Чачерском районе. С удельниками новогоднего свята встретился Олег Сентюров. До какого возраста дети верят в Деда Мороза? Максимум до того часу, когда начинают користаться интернетом, где нема никаких вариантов. Это однозначно казочный персонаж. Правда, подарунки, которые он приносит, вельми навод реальные. По традиции, доброчинные елки фонда миру проводятся по оригинальным принципам. У вёску Залесья Чачерского района запросили около 70 детей в 5 регионов Гомельской области и 1 Российской Федерации. У разные часы на свято приезжали представники Украины, Латвии и Литвы. Але границы и финансовые питания сегодня внесли коррективы. А вот представительство России наоборот увеличилось. На Гомельщину у першиню приедут представники Санкт-Петербурга и Калининграда. Для того, чтобы попасть, их очень много желающих. Для этого надо получить какие-то достижения. Ну и, конечно же, мы обращаем внимание на те детей, которые особо нуждаются в канун Нового года поучаствовать. То есть даже если участников много, победителей тоже много, но у нас есть категории детей, то есть дети из многодетных семей, дети в социально опасном положении, которые находятся. В Огуле международные доброчинные елки в Омской областной организации Белорусского фонда миру закликаны выразить одразу несколько задач, начиная от организации обмена опытом представников органов адекватности и демонстрации умов, которые створяются для навучання у сельских школах. В Залесской средней школе сапраўды есть чем гонориться. Супрацовніцтва державных структур и местного сельскохозяйственного предприятия позволяет установе працювать на вельми высоком уровне, куда не соромно привести любых гостей. По этой причине узнагородження керівника господарки и члена Совета Республики Галины Трибунах гоноровым медалем областного отделения Белорусского фонда миру здається вельми логичным. Что тычется непосредственно свято, то сёлета организаторы вырашили унести у его проведения пэўныя коррективы. Теперь это не только забавляльное, але и патриотично-выхаваўчае мероприемство с уделом ветеранов великой чины. Миротворцы рассказывают об самом звычайном, как некогда так само ходили у школу и упрыгоживали елку саморобными цацками с паперы, как марили об цукерках и радовались ковалку хлеба. У зале полная тишиня. У такие хвилины добра разумеешь каштовность мирного свету, у яким живешь. Мы больше будем обращать внимание на гражданско-патриотическое воспитание. И мы приглашаем ветеранов труда или войны, чтобы они, наши молодежи, рассказали, вот как они встречали Новый год, какие были условия, какие сегодня, и призвали нашу молодежь именно следовать всему тому хорошему, что было, есть и что будет. Проведение международных доброчинных елок в Гомельской областной организации Белорусского фонда миру протягнется до конца месяца. Уже завтра гостей с устроения Гомель, далее у программы Калинкинский и Речский районы. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Чачерский район.